Гитара всегда должна быть в кейсе. Она не должна висеть на стене. Она может висеть на стене, это в специальном помещении, где определенная влажность, определенная температура, которая не меняется. То есть, чтобы там не было перепадов, чтобы металл не запотевал, допустим, если у тебя сегодня 18 градусов, а завтра 23 в помещении, то естественно, потом пыль на гитару садится и так далее. Постоянная смена влажности. Да, обычно вот это в музеях, там где картины висят на стенах, или там в музеях, в музыкальных, там где музыкальные инструменты стоят, там поддерживается вот одинаковая влажность, одинаковая температура, вот, круглый год. Поэтому, как бы, если таких условий нету, содержания инструмента, то самое лучшее — это футляр. Гитара должна лежать в кейсе. Футляр, кейс. Да. Ну, я со стен поубирал вот эти все держатели, как бы. Купил 3 кейса, у меня сейчас все лежит в кейсах. У меня тоже 2 инструмента. Ну, никак на Legrand не найду себе кейс, не влазит в другие кейсы. Вот. В общем, должна быть постоянная температура, получается. Да, постоянная кейс, влажность. Кейс, он как бы как буфер. Ты в кейс положил гитару, на улицу вынес, и она медленно, температура меняется в кейсе. Точно так же, как ты занес его. То же самое гитара, нельзя ее из кейса доставать сразу, особенно с мороза. Ну вот, то есть пускай полежит полчаса. Пускай хотя бы полчаса. Чтобы она медленно, потому что я видел, многие музыканты приходят, ну вот, с холода, гитару открывают, хоп, она мокрая сразу вся, вспотела. Это же для гитары, ну, да, это же она не только сверху вспотела. И внутри тоже там самое. Проводка и все остальное. И дерево реагирует на это, да, неадекватно. То есть только кейс. Даже дома, когда проветриваешь, да, то все должно быть в кейсах. Естественно. Ну, вот я смотрел, по этому поводу давал интервью этот знаменитый блюзмен Джо Бонамасса. У него, на тот момент у него 14 инструментов было, а сейчас у него уже больше 20. У него все гитары стоят в кейсах. Ну, на концерты он, возможно, в отдельном таком рэк-кейсе возит инструменты. Они, он тоже утепленный внутри искусственным меком, этот рэк-кейс. Там гитары жестко очень стоят. Ну, в смысле, как? Они в мягких упаковках, но они не болтаются, ничего. Могут так перевозить. Но я видел его коллекцию, она вся стоит в кейсах. Он берет кейс, достает оттуда гитару и играет на ней. Поиграл, опять положил. То есть вот эти вот все настенные держатели, их лучше сразу срезать и выбросить? Ну, некоторым нравится, что гитары дома висят. Ну, а если дома постоянно температура у него там... Не, ну он же дома как бы проветривает. Кондиционер и так далее, да. Вот. Тем людям, которые любят проветривать квартиру, я к таким отношусь. Вот, что бывает. Это постоянная смена влажности, температуры. Да. Поэтому у меня гитары всегда в кейсах, и я предпочитаю только хардкейсы, жесткие кейсы, деревянные. Он внутри, ну вот, обклеен пенополистиролом, мягким таким, но упругим материалом, а сверху по нему обтянут еще искусственным мехом, он хорошо держит температуру, вот, то есть перепадов резких не дает, и предохраняет инструмент полностью от ударов. Или такие, можно сказать, мягкие кофры, но толстостенные, которые достаточно жесткие, ну вот. Некоторые тепла хранят. В общем, ну, гитара как бы должна полностью быть герметически закрыта, я так понял. Правильно? Да. То есть воздух не должен попадать. Да, она как бы должна находиться в одинаковой среде. Мастера фирмы Fender, производители, короче, заметили, что те гитары, которые висели у них на солнце, которые в магазине на солнце висели, они буквально за считанные дни выцветали. Они долго потом экспериментировали с покрытием, как сделать, так сказать, покрытие на гитару цвет, чтобы он не выцветал. Экспериментировали долго там и так далее. Они висели через стекло или они висели на открытом воздухе? Через стекло. То есть это витрина получается, но да, на солнце. Да. То есть каким-то образом ультрафиолет влиял, да? Да. Ну сейчас современные эти концентраты делают, вот, которые добавляют в лак. Красители, они, конечно, хорошо противостоят солнцу. То есть выцветание практически не наблюдается.